Доброе утро. Начинаем кофе-брейк от Иони. Пить ли кофе на работе? Мой ответ – да. А группа исследователей из университета Бристоля обнаружила, что перерывы в работе на кофе или чай могут иметь разные последствия для мужчин и женщин. Женщины реагируют на кофеин по-другому. Женщинам кофе помогает снять напряжение. А мужчины, работающие в одиночку, например, после перерыва на кофе могут испытывать настоящий стресс. А все потому, что думают, кофеин должен заставлять их трудиться интенсивнее, то есть быстрее. Те же мужчины, которые работают в команде, после перерыва менее подвержены стрессу. Ну и работают менее эффективно. А Бразилия тем временем планирует выпустить почтовую марку с запахом кофе. Национальная почтовая служба Бразилии недавно объявила, что будет выпущена марка с характерным запахом бразильского кофе. Почтовой службе будет выпущено 3,5 миллиона таких марок, пропитанных запахом кофе. Каждая из таких марок будет стоить 1 бразильский реал. Это примерно 54 цента. Дизайн марки разработан местным художником Вера Пилота да Сильва. И на ней будет изображена ложка, наполненная кофейными зернами. 2 года назад Бразилия уже выпускала марку, правда, тогда это было с запахом горелого дерева. Таким образом, они пытались привлечь внимание мировой общественности к проблеме вырубки тропических лесов. Бразилия является крупнейшим в мире экспортером кофе, и выпуск марки нацелен на пропаганду основного продукта бразильского экспорта. Еще у меня для тебя есть очень приятная новость. Разработана кофейная кружка с распознаванием температуры напитка. Теперь мы не будем с тобой обжигаться. Секрет кружки в том, что она покрыта специальной краской, которая меняет свой цвет в зависимости от температуры. Химический состав жидкости принципиальной роли не играет. Можно наливать и кофе, и чай. Но как только кружка прогревается, черная краска на ней выцветает. И на боку, вот здесь, выступает надпись «ОН». При остывании кружки, то есть по мере выпивания, либо же остывания кофе, краска снова темнеет, а надпись «ON» сменяется надписью «OFF». $25, согласись, не такая большая цена за то, чтобы больше не обжигаться ни кофе, ни чаем. Это был кофе-брейк от Иони. А далее в подъеме мы с тобой узнаем секрет привлекательности Мадонны, Камерон Диас и Валерии. Смотрим.